доверием ко мне сдерживалась. Поэтому возник соблазн у некоторых товарищей поруководить культурой, поруководить искусством, что, на мой взгляд, неприемлемо и нашим законодательством, собственно говоря, запрещено. Вот, я об этом сказал открыто, поскольку вообще стараюсь вести очень открыто какую-то деятельность свою, и это, конечно, не понравилось. Но и новое руководство региона в лице нашего губернатора, и, в общем, общественность в целом, конечно же, меня поддержали. А уж так случилось, что руководство департамента культуры поменялось, сегодня я не вижу как бы опасности разногласий или вот повторения чего-либо подобного, поскольку, ну, Мария Александровна человек не чужой в этой сфере и, мне кажется, очень хорошо понимающий, как все устроено и должно происходить, если мы хотим, чтобы это был действительно некий творческий процесс, некий настоящий культурный процесс. А что скажет Мария Александровна? Я поддерживаю каждое слово Михаила Владимировича. Уже понятно, что мы с этим рядом. Да, я обратил внимание. Значит, все хорошо, фестиваль обязательно будет и будет развиваться еще больше и больше. Правительство Воронежской области, я хочу еще раз повторить, губернатор Воронежской области поддерживает Воронежский фестиваль. В этом году даже увеличили финансирование Подмосковского фестиваля за счет областного бюджета. Поэтому фестиваль, с тех слов, с которых я начала, это важное культурное событие в нашем регионе. И мы себе и себя уже без него не представляем. Спасибо. Спасибо.